Действительно, завершилось предварительное голосование и уже подведены итоги. Итоги эти мы рассмотрели на организационном комитете и утвердили как раз-таки протоколы, итоговые протоколы. Ну, во-первых, хочется поблагодарить всех участников предварительного голосования за, ну, такое активное, достаточно оперативное голосование. Были поддержаны наши кандидаты. Результат голосования, ну, не стал большим сюрпризом, потому что в нашем списке нашли поддержку люди, достаточно известные в городе Назарово. Это люди, которые, ну, известны своей профессиональной деятельностью, производственной деятельностью, а также и общественно-политической жизнью. Хочется отметить также, что и не отстали от верхней строчки и наши молодые политики, пробующие себя, делающие первые шаги. Достаточно большое количество голосов набрали Денис Сельченков, Аникина Наталья. То есть это совсем наша молодежь, и это, конечно, очень радует. Также наши действующие депутаты оказались на хороших позициях в рейтинге. И по одномандатным округам и в общепартийном списке. То есть в целом ситуация по рейтинговому голосованию, ну, сложилась достаточно хорошо. То есть члены партии нашего города, они поддержали кандидатов и, собственно говоря, сформировали тот рейтинг. Ну, понятно, что есть еще и те моменты, которые стали новыми. Ну, например, новые кандидаты, такие как Волхонская Татьяна Викторовна, Черкашин Сергей Михайлович, Вагнер Виктор Эдвинович, они разместились достаточно высоко на строчках рейтинга. И, конечно же, эти новые люди, став кандидатами в депутаты, возможно, в дальнейшем выиграв мандат, они смогут в общественно-политической жизни, ну, быть очень полезными, вдумчиво и, ну, так, целенаправленно, вдумчиво, сосредоточенно решать вопросы в городе, городские какие-то проблемы. И все те, собственно говоря, вопросы, которыми городской совет сегодня, ну, в его компетенции решения вопросов.